Уважаемые друзья, здравствуйте. С вами Кузница Династия. И сегодня мы хотим сделать такой небольшой обзор кухонных ножей по вашим просьбам, как вы просили. Передо мной сейчас вот будет два набора. Это набор Династия и набор Троица. Так назвали их вы. Спасибо, кстати, вам за то, что помогли с названием. Набор Троица выполнен из тигельного булата. На основе он идет ближе к нержавеющей стали. Рукоять стабилизированной карельской березы. Подставка такая из массива дерева. И вот также хочу показать набор уже премиум класса из стали М390. Набор Династия. Рукоять стабилизированной карельской березы. И не будем никакие тесты проводить, а просто сделаем обзор. То есть на улице тепло сейчас, и приготовим салат. Поработаем с шеф-поваром. С большим, самым большим ножом. А я расскажу. То есть самый большой нож, вот этот шеф-повар. Длина клинка у него 210. Толщина обуха 2,2 мм. Агрессивно. То есть ножи вы уже получите с нашей заточкой. Ширина 45 у данного ножа. И у самого малого овощного это вот такого вот плана ножичек. У него длина клинка 120. Он тоже уже испробован на чистке. Очень удобный. Постараемся не затягивать видео, потому что на улице все равно хоть и ноль, но прохладненько так. Рука ощущает. Но режущее качество стали просто великолепное. Кто приобретет вот эти ножи, жалеть не будет. У него один минус — это цена. Цена очень дорогая. И опять же придумывают цену не я, это европейский рынок. То, что дешевые есть стали М390, ребята, вы мне задаете вопросы, я понятия не имею, как это может быть. Она сама по себе очень дорогая. Да, так отлично режет. Плюс этой стали. Она абсолютно не ржавеет. Твердость 62-63 единицы. Конечно, я не советую там ей кости долбать. Но она какие-то нагрузки все равно держит. Вот этим ножом, кстати, очень удобно функции проводить. Еще маленький такой нож, вспомогатель хороший. Смотрите, то есть удобно, нож удобен, хорошо режет, хорошо им работать, хорошо точится. По заточке сейчас тоже покажу. Большой обзор. Сталь не ржавеет, даже если вы оставите ее. Просто я его хочу протереть, чтобы вам показать, как его точить правильно. Дощечки уже у нас в наличии. Двухсторонняя доска. На одной пастагой, на другой замш. Вот такими движениями. То есть это кромочка.
если чуть подсело, можно вывести. Такой, знаете, один клиент мне сказал: попробуй, пробуй, друзья. Вот смотрите, авокадо, внутри косточка. Ой, ой-ой. Как, я не знаю, там бумага вообще, как газета. Рисую. Также вы просили, как он будет резать. Хлеб очень мягкий. Вот смотрите. Ну, такой вот наборчик. Династия. Данный набор у нас продан. Он отправляется. Вы также можете заказать. Ссылка будет под видео на наш сайт. Заказывайте, друзья. Спасибо. До свидания.